легитимно ли все это или нет. Однако, имеем то, что имеем, с такими проблемами столкнулся Элмонд, и это не мешает команде во второй раз в этом матче выйти вперед. Претендент, главный фаворит в борьбе за звание лучшего гола второго игрового дня. Потрясающий удар, самонаводящийся с подъема Вадим Бокач. Игрок сборной Республики Беларусь делает счет 2-1 в этом матче.